Добрый день, сейчас покажу, как добавлять новую запись на сайт. Для начала нам надо зайти на сам сайт в админку с вашим логином и паролем. Нажимаем «Зарегистрироваться» вверху, «Присоединиться». Вплывает окно «Войти». Пишем наш логин, который выводили при регистрации. И пароль. Нажимаем «Войти». Мы вошли в наш аккаунт. Вы можете увидеть вверху панель управления, и для того, чтобы добавить новую запись, мы нажимаем на плюсик «Добавить». Нас интересует запись. Нажимаем на запись. Первым, что вам необходимо сделать, это ввести заголовок в первую очередь. Например, мы будем добавлять какой-то текст с картинками. У меня подготовлен уже текст. Вот, допустим, игры на мелкую моторику. Копируем. Вводим заголовок. Или сами пишем, как вам удобно. Копируем остальной текст. И вставляем Ctrl-C, Ctrl-V. Либо правой клавишей вставить. Чтобы добавить медиафайл, например, ну, давайте в начале нашей страницы. Берем «Загрузить файл», «Выбрать файл», «Игры на моторику». Выделяем все наши файлы, нажимаем «Открыть». Они загружаются в зависимости от скорости нашего интернета. Мы можем оставить это так подряд, либо создать галерею. Вот у нас выбраны наши картинки. Мы можем убрать какую-то или добавить. Создать новую галерею. Здесь же желательно что-то подписать под каждым изображением, какой-то текст. Берем то-то, складываем то-то, добавляем то-то. Настройки галереи оставляем как есть. Единственное, что мы должны поменять здесь, gallery type. Тут у нас по дефолту идет, а мы ставим вот эту вот опцию. И нажимаем «Вставить галерею». Галерея вставлена. Также вы ее можете передвинуть или не можете. Дальше нам особо не интересно. Здесь бы желательно SEO название и метаописание написать здесь название. Игры с детьми. С детьми на развитие мелкой моторики. И краткое описание. Методическое пособие по развитию мелкой моторики. То есть ребенка. Здесь пишется краткое описание нашей статьи, о чем мы пишем. У нас ограничено до 156 символов, 96 символов у нас осталось. То есть желательно это заполнять полностью.
это поле. Дальше. Выбираем рубрику, в которую мы должны поместить это. Например, вот оно справа рубрики. Здоровье, карточки, клуб по интересам, пособие для детей, развивалки. Ну, наверное, сенсорная интеграция. Растомоторика. Миниатюра записи. Это то, что будет на главной странице высвечиваться картинка. Задаем. Например, вот эта вот картинка у нас. Даже одна, вот это лучше будет. Задать миниатюру. Просматриваем. И говорим опубликовать. Вверху страницы над нашим названием будет сообщение, что запись опубликована. Также вы можете ее нажать и посмотреть. Итак, смотрим, все ли у нас в порядке. Игры на мелкую моторику, название. Наша галерея. И описание. Если же вам что-то не понравилось в том, что вы поместили, запостили, вверху в нашей панели управления можем нажать «Редактировать запись». И все, можете редактировать. Можете, если в галерее у вас больше картинок или вы еще нашли какие-то, то можно нажать на галерею и нажать на карандашик. Это будет редактирование. Вы можете какую-то убрать, можете добавить. Можете перемещать между собой в том порядке, который вам надо. Обновить галерею. Не забываем нажать «Обновить». Также запись обновлена. Посмотреть. Смотрим. Так, ну, вроде нас все устроило. Теперь, допустим, нам надо добавить запись с видео каким-то материалом. Опять же, вверху добавить запись. Тут сохранил. Допустим, вот релаксация с дельфинами. Первое, мы вбиваем заголовок «Релаксация с дельфинами». Затем у нас есть видео с этими релаксациями, с видео релаксацией. Желательно, конечно, свое написать в описании этого ролика. В данном случае я просто скопирую. Лишнее нам не надо. Дальше. Вот у нас есть фьючер видео. Это сюда мы вставляем наш код, код нашего видео. Правой клавишей копировать. Вставляем. Обратите внимание, что у нас идет запись, ну, видео. По идее, оно должно у нас разместить обучалки. Выбираем рубрику. Наверное, полезный совет. Нажимаем «Опубликовать». Запись опубликована. Посмотреть. Вот наше видео.
Опять же, захотим изменить, мы редактируем. Изменили наш текст, нажимаем обновить. Запись обновлена. Посмотреть. Вроде как нас все устраивает. Дальше. Если у нас много-много-много картинок, то мы делаем, создаем новую запись. Плюсик, запись. И, например, у нас есть такое фактурные мыльные краски для ванны. Вводим заголовок. Способ приготовления. Заголовки нам тоже желательно выделять. Иногда оно выделяет все, тогда нам надо поставить Enter. Заголовок, например, 3. Также у нас идет маркированный список. Тоже можем его подправить, чтобы было красиво. Готовые краски. Мы выделяем по уже, например. Также мы можем поменять цвет текста. Вот панелька управления, при которой можно раскрашивать наш текст как вам угодно. Например, ой, это я. Вот цвет текста. Делаем по уже. Так, это у нас игровая деятельность. Творчество, наверное. Также мы можем поставить какие-то метки, выбрать из часто используем. Ну, творчество, рисование. Добавляем нашу галерею. То есть мы можем или перед нашим текстом, или после поставить. Добавляем медиафайл. Создать галерею слева. Загрузить файл. Выберите файл творчество, открыть, все картинки выбраны, создать новую галерею. Также лучше всего сортировать картинки по мере того, как они должны находиться в хронологическом порядке. Галерея Type, Default Type. Ставить галерею. Все. Название есть, галерея есть, текст есть, рубрика выбрана, метки поставлены. Видео нам не надо. Здесь надо написать. Какой-то текст согласно нашей записи. Создаем фигуру. Мыльные краски для детей. Мыльных красок для детей, использование мыла, воды и красителя.
Нажимаем опубликовать. Запись опубликована. Посмотрите. Мы видим галерею, мы видим наш текст. Если что, делимся в соцсетях. Что-то нам не понравилось, что-то хотим изменить, нажимаем вверху «Редактировать запись». Также можно опять же вернуться, посмотреть запись. Ага, вот ошибка, вы не поставили Future Images. Переходим на запись, редактировать запись. Спускаемся вниз, миниатюра записи. Задать миниатюру. Выбираем нашу картинку. Вот это прикольно. Задать миниатюру. И обновляем. Спасибо, до новых встреч.